В этом месте родилась Норвегия. Место это называется Хаврсфьорд, и расположено оно недалеко от города Ставангер. Именно на этом фьорде с 1983 года красуется простой, но вместе с тем впечатляющий монумент «Три меча, пронзившие камень». До 872 года Норвегия как государство в его современном понимании не существовала. Она была разобщена, поделена на крошечные государства или владения, где правили мелкие короли и ярлы, и населявшие ее викинги, те самые, которым посвящен музей кораблей викингов в Осло, жили грабежами и военными походами. Процесс объединения страны шел долго, столетиями, но именно в 872 году, дата приблизительно, точную установить невозможно, произошла битва при Хаврсфьорде, от которой историки отсчитывают начало норвежской государственности. Тогда король Харальд I Прекрасноволосый разбил войска племенных вождей и закончил объединение страны под своей властью. Тогда же появилось само название Норвегия, что означает «Северный путь». В 1983 году под руководством скульптора Фрица Рёда в месте, которое историки определили как Хаврсфьорд, самим королем Улафом V был открыт памятник тому славному событию «Мечи в скале» – Свердясьел. Три бронзовых меча высотой в среднем по 10 метров каждый были воткнуты в камень. Самый высокий из них символизирует Харальда. Два поменьше – мечи его поверженных врагов, сделанные по образу найденных на раскопках настоящих мечей викингов. Все три меча также олицетворяют собой мир, ведь невозможно вновь вытащить меч, однажды пронзивший скалу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.